А то постоянно я один жру, блядь. Да вылазь ты, шашлык. Охуенная дрова, блядь. Привет, Снежок. Здорово, ребята. Сегодня у нас новый выпуск. Не очень интересно, но поехали. Поехали. Вот у нас очень много, да, сейчас, очень реально. Вот сейчас реально очень много машин. То есть вы тоже не первый с утра, кто звонит с просьбой на выезд. Вот. То есть разорваться никак просто. Ну, наберите через минут 15, я узнаю. Привет. Здорово. Привет. Здорово, пацаны. Тёме подарил чехол для телефона такой. Не знаю, что он в нем возит, короче. Телефон, наверное. Привет. Где там? Его нету. Купил нам тетрадочку в школе. Масло, короче. Детская. Взял, короче, скрепочки, понял. И маркеры. Маркеры это такое. Вот я взял нам два кефирчика. И булочки. А. Класс, да? Ну там очень. Ты же покажи, что ты кушаешь. О. А то постоянно я один жру, блядь. Злате сегодня процедуры сделал. Шов там обработал, понял? Укол в очко и сделал. И выгулял ее. И пошил комбинезон ей с утра, понял? Чтобы она не лизала себе шов, короче. Она уже живая, бегает, прыгает там. Она у тебя дома? Она у тебя дома? Угу. И как она? Охуенно. У меня дома есть гамак такой, знаешь, у тебя мешок. Она ж только зашла в квартиру, сразу хочет на диван, понял? Я говорю, какой диван, блин. Вот этот гамак, накрыл его, и она такая залезла, знаешь, как по небесам пошла, реально. Леглась такая. Круто, знаете, круто. Отзыв оставишь? Отзыв. Отзыв? 5. Лайк. Лёха. Привет. Что, как дела? Крокодила. Давай, давай.
Нет. А вот дай попробуй. Блять, а была? Да. Опустили мотор, ну, мотор вот так. Сейчас опустили его, поставили на место. Последний мотор. У тебя дымят, руки дымят. Ну да. Сейчас зальем маслом. Ты сможешь прокачать тормоза, если? Нет. Чего? Я не могу. Да ну, блядь, не выёбывай. Не, Вовка, я правда не могу. А я умею, я ж электрик. Так, так ты ж мега-электрик. Догонь? Да. На эстакаду или что? Нет. Ладно, пойдем, а то Лешенька стрел, он злой, короче, и... Я тебе номерок своим. Он тебе нужен или ты нашел? Номерок. Какой? Оксаночки. Давай. Нужен, да? А тут ты забыл, может, уже про нее, но я вот Пованчик напомнил тебе о ней. Это я правильно сделал, да? Человек меня ждет сейчас. Или что? Правая фара. Не сюда забыл. И что еще? Сигнал. Сигнал или сигналка? Сигнал. Так зажигание включи. Ближний или дальний, или габарит? Ближний. Ну а без зажигания уже не включится. Чего? А, правый работает, левый не работает. Левый не работает. А бывает наоборот. Круто. Ну это надо... Реле вот это, наверное. Или в реле делают. А, это ангельские глазки. Да. Это уж третий, блядь. Давайте я головенку обычно поставлю. Давай не смогу ставить. Но все равно это не сейчас, не радуюсь. Я понял. Мне нужно загнать ее в бокс. Вот. Не я буду делать все равно, пацаны будут делать. Там сейчас занят. Потом Мерса загоним, я прокачаю тормоза, и аж потом. Это ближе когда. Сейчас одну машину. О, это ближе вот когда. Вот, это ближе когда. И сигнал не работает. Ну, ладно, еще плюс. Это ближе вот когда. Ну-ка набирай по телефону. Я тебе звоню. А? Я тебе звоню, я тебе в прошлый раз звоню. Не, не сейчас, не сейчас. Я тебе в прошлый раз звоню, а тебе так не пришла. Ну попал, попал. Потом. Когда? Ну позвони через... Бля, так сейчас еще одну машину. Сейчас, блин, раз. Так, раз, два, три. Давай через часика два. Два. Набери, и я тебе скажу когда. Скажи, вот это вот 6-6-8. Да. Через 2 часа. Я тебе звоню, да? Да? Ну да, ну я позвоню тебе, я тут на лице.
Прости большой. Прости большой. Кого простить? Мы никого не прощаем. Вот так, ребятки. Вот так, ребят. Что-нибудь. Если нужно, там он будет лежать. Привет. Погнал уже, да? Сейчас я быстро. Буквально 3 минуты, я на месте. Здорово. Привет. А что? Там хаос. Пошли. Привет. Привет. Как оно? Нормально, у вас? Да ничего, потихлесенько. Ну что, Вован, как дрова? Охуенные дрова, бля, только их уже, походу, бля, уже 10 кубов спалили уже. Ты видишь, как холодно? С утра топим, а холодно. А что? А? А что? Ничего. А? Да ничего там. Ты записываешь? Видео снимаю. Да ничего, что. Вот люди приехали. Надо срочно машину сделать, да? Тут, блядь, стреляют. А? Найти его соединение. Где-то должно быть его соединение. Он идет на 7 датчиков. А, да. Ведь сейчас стоим, просто стоим. Какой? Вот этот фиолетовый? Это какой же фиолетовый? Не может быть. Даже что там полетать. Оранж. Привет, ребят. Привет. Я не Вован. Что там, Володька, нашел, блядь, причину? Не, шукаю. На трафике, блядь. Шукаю. Блядь, что за хуйня?
Ухо стреляет. Ухо заложено. В остальном. А типа там же потапал. Прикольно. И для трени. Как вот. А не для, ну, лоровские. Понял. И потапал. Ну, буквально там дня 4 покапаешь. 3-4 раза в день. Оно снимает воспаление. А что у вас так пусто? Что пусто? Это мы просто всех выгнали. Ну, все висит. Мы просто всех выгнали, чтобы это... Хотим лично посмотреть, играть. Хотим посмотреть, как у нас выглядит пустой бокс. Что ты по-тихому, да, решил? Тут? Ну да, на крысе, понял. Кушать хочу. Мне эти люди позвонили в 9 утра. В 9 утра я уже тут был. Мы их впустили, растопили. С утра я ничего не хавал. Со Златой там повозился. Инъекцию сделал. Ну, кольчик, выгрулил ее. Швы обработал. Потом сюда приехал, впустил людей. Потом поехал на лоски. Уже 4 часа я до сих пор с самого утра ничего не хавал. Хавать хочу вообще, знаешь. У меня же голова не варит. А я понимаю, что людям надо вот, ну, они спешат реально, ну, прикинь, они приехали 800 километров, им еще 700 ехать. А откуда они? А? Откуда они? С Москвы приехали. Давай, приятного, наворачивай. Вот, и я просто работаю и думаю о еде, понимаешь? Я решил уже, ну, блин, ну, все, капец. Меня же тоже надо понять. Вот этот вот шнур. Да, я шнур вижу. Какой шнур? Датчик давления. Датчик давления вот. Вот этот трехконтактный, да? Ну вот же. Да, да. Ну, скорее всего. Это ж не Common Rail. Вы знаете, какая тут система впрыска топлива? Я нет. Ну, похоже на Common Rail, но это не Common Rail. Нет. Это просто. Кинклем. А? Ну, он же когда запускает. Зажигание надо? Да. Неплохо. Вы смотрите, там реально на реле перемычка стоит. В общем, ребята, вот такой у нас сегодня был день. Да, сделали дымогенератор, свеча сгорела, в общем, транзита мы сделали, там была очень куча, много проблем, все вместе. Ну, в общем, и на этом и все. Конечно, денек такой был сложноватый. Ну, на этом и все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, как обычно, репостите нас, комментируйте. Мы хотим быть везде у вас, короче. Вот. В общем, ребята, всем пока, удачи.